20 жителей Алматинской области получили гранты на стартапы в рамках дорожной карты бизнеса 2020. В регионе на реализацию и поддержку программы в этом году выделено свыше 4,5 миллиардов тенге. Какими темпами развивается государственный проект, с какими трудностями сталкиваются начинающие предприниматели и насколько доступны госорганы для бизнес-сообщества, эти вопросы обсудили в общественной приемной партии «Нур Отан». Участники встречи решили, что приоритетными в ближайшем будущем будут промышленность, сектор экономики и сельское хозяйство. К слову, с начала реализации программы помощь получили уже 4500 предпринимателей. Единственная проблема, если в первые годы мы не могли привлечь предпринимателей, поскольку было, может быть, какое-то недоверие, то вот начиная с 2012 года, после того, как она стала узнаваемая, у нас реально стало не хватать денег. Потому что обращений много. В этом году нам выделили в Алматинскую область самую большую сумму из всех областей. Мы постараемся охватить всех предпринимателей, кто обратился к нам.